Распевочка. Слова Юлии Визбора, Дмитрия Сухарева, музыка Сергея Никитина. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами заморожена и словою заморожена, найдет тепло прохожему на девицу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, и глядеть его лицо, что бы ни было в начале, угорит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву любили, красили, дубы стояли князями, но не они, а я тени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся на блесту оденется. Москва найдет для девица хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Семенами крутит кольца мостовой, если светом деревенским приобщился к лайсам венским, он прорвется, Александра, он подышит за Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все повести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других семей. Александра, Александра, что бьется перед нами, это ясень с семенами. Рюкзак за плечи и пошел. Ты
Там же хуже. Тут все про любовь поем. Тут недавно случай был такой. У нас соседка Ира. Она начальник какой-то железнодорожный. И так они все время работают, и времени на сахар у нее совсем не остается. Но когда она вот законные выходные выпадают, она встает в 5 утра и до поздней ночи. Я даже не знаю, во сколько она ложится. Вот, и тут я встаю утром, а она уже что-то там трет через сито залу. Не знаю, куда ушла там ее. Вот яростно трет, трет. Значит, через какое-то мгновение уже на грядке там что-то дерет. И, видимо, когда залу она там с залой возилась, руки мыть не стала, она как-то так вытирает, что-то. Меня смотрит такой черненький нос и говорит, ай, Ирочка, говорит, так вот прям. Так трепетно ты выглядишь, прям Золушка какая-то. Она мгновенно разворачивается к мужу и говорит ему, вот видишь, а ты Гитлер. Какая женщина мне? Тогда ты у меня одна. Самое время. Отличная подводочка. Прозрачные. И вот, значит, Ада хватала Таню маленькую, заворачивала в шубу и уходила в ночь, в метель от этого деспота, который не соглашался
с правильными рассветами. Вот. Но песню одну все-таки хорошую они сочинили. Вместе. Да-да-да-да. А у меня ушел этот режиссер. Больше не надо. Снова.
Константин Борисович Тарасов. Это, кстати, Константин Борисович Тарасов. Давайте поздравим. Споет свои любимые песни Визбора. Ну, надо тут, как бы сказать, что, во-первых, большие концерты Визбора. Большие концерты Визбора начинались, вот большие концерты авторской песни начинались с концертов Визбора. Мы придумали в 1994 году 60-летие вещи. Нина Филимонна, которая уже тоже нет, к сожалению, с нами. Нина Филимонна Визбора нас всех организовала, собрала. И там же мы спели такой большой компании несколько авторских песен, и в результате этого появился проект «Песнь нашего века». Вот. Потом мы все, я там отдельно делали вчера Акуджавы громадные в Кремле и прочее. Вот это вот событие, конечно, 1994 года. И я помню, что значит, я спел на трех концертах подряд, я спел три песни, которые вам сейчас просто с удовольствием напомню. Вот. Немножко необычно, может быть, звучит для Визбора, но не обращайте. Знакомая на машине «Жигули»,
заезжали в Левитанамы, в октябре его пожурные, направлялись мы по лошаду, заправлялись как могли, заезжали в Левитанамы, в октябре его пожурные, направлялись мы по лошаду. Республики Цветаева, через область Заболоцкого, с нами шла высокогорная, а Куржавская струна, поднимались даже в горы мы, покидая землю плоскую, между пиком Барда Пушкина и вершиной Пастернак. Некто Вольфганг Амадеевич славно много из-за облака. Друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили ту Сафроновскую по боку. И заезжий двор Ашанина, и пустыню Новоандян. На последнем переходе мы между Грином и Волжским возвели шатер брезентовый, осветив его костром, и созвали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И, признаться, тесно не было нам за крошечным столом, и созвали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И, признаться, тесно не было нам за крошечным столом, по прекрасному Чужевицу, иногда по Остроухову. И я боюсь, заезжий двор Ашанина, значит, подходит ко мне режиссер кремлевский и говорит: слушайте, у нас завтра вечер Ашанина, давайте и его будут, и ваш концерт будет по телеку, и их будут показывать, давайте без Ашанина. Я говорю: а кто делает? Я говорю: кто делает ашанинский вечер? Они говорят, ну, вот, например, там, не знаю, Алексей. Я спел и заезжий двор Алексей. Хороший. Вот, все. Но это всегда еще с оркестром, был еще хороший оркестр. Мы нанимали, я отвечал за музыкальную часть. Как работал вот все годы музыкальный продюсер, но, к сожалению, не стало Нины Филимоновны в 2013 году. И после этого уже как-то это вот не такой праздничный антураж имеет эти концерты, но все равно на них собираются. Вот мы совсем недавно этой прекрасной компанией буквально 20 числа выступали в храме Христа Спасителя, где этот концерт, уже посвященный избору, прижился. Там хорошая акустика, нам там нравится выступать. Вот. После этого можно куда-нибудь закатиться. Я, например, каким-то образом закатился в грузинский ресторан. До сих пор выкатываюсь. И стальная печаль весне первоначально, когда весенний снег нам не сказал жаль, когда в пустых лесах не громко, не печально из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах не громко, не печально из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит кружение занавески, там от движения ног чуть звякает хрусталь. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, что весну сопровождал края. И будет счастье нам, пока легко и смело, а девочка творит над миром постороннюю
пока по всей земле, во все ее пределы, из дальнего окна доносится рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили в программу наших душ, передаем рояль. И тут Саша Прокопович играл Моцарт. Спасибо, друзья. Эльфира Сашанская, знаете, кто такой? Это артистка Нордоста, во-первых. Во-вторых, ну, как и я, собственно, артистка Нордоста, мы там и познакомились. Во-вторых, он голос московского метро. То есть это человек, который объявляет все про двери, закрывается, не забывайте свои вещи, все остановки, вот этот вот голос, который на эскалаторе нас преследует, а также в автобусах он почему-то тоже разговаривает, вообще не замолкая. Тут ходи, тут не ходи, выходи налево, там ходи направо. Вот это а мне вот всегда приятно. Лешенька, Женечка, тебе пора выходить. Вот мы с ним сделали висборгскую программу большую, песни Юрия Висбора в диалогах, и записали пластинку, которая так и называется, как наша программа «Вставайте, граф» или «Чайница с крышом». И сейчас у нас нет совершенно никаких вообще вопросов, что петь на Висбургском концерте. Может, угодно можно там петь, у нас только большая программа хорошая на двоих. Вот мы, я сейчас в одно лицо спою дуэт. Песня о том, как я летел на самолете. Вот, и что, я же не размышлял о своей жизни. А жена моя сейчас зажигает зажигалку и закуривает яму, и мурлыкает эфир, и какой-то нехороший говорит ей слушалка: не смотри на вещи мрачно, как прекрасен этот мир. Ну, а может быть, сейчас нам с тобой не повезет, может, он не приземлится целый самолет. И все происходит под космолет, наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла, и все мы тут желаем пораньше приземлиться, но, боже мой, не раньше, чем сказано в расписании, предусмотрено Министерством гражданской авиации. А у штурмана товарища Семенова настроение прошло вообще. Он резонно понимает, что не далее, чем в полдень съел какую-то субстанцию в борще. И болит его желудок, и на сердце все сосет. Ну когда ж, товарищ штурман, наш замечательный работник, он жену себе в четвертый раз найдет. И все и происходит, пока самолет наш мчится, и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. Летим мы все летим, пролетаем город нежен, и оттуда умный мальчик в телескоп на нас глядит. Телескоп весь ледяной, город нежен, весь заснежен, мальчик видит наш фонарик и волнуется в груди. Он-то думает, что вы на летающей тарелке, умный мальчик, ты ошибся, мы же местные, свои. И все это происходит, пока самолет наш мчится, и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И сижу я тут, сижу весь пристегнутый ремнями, и скопление населения наблюдаю под собой, и вся жизнь моя.
заметили однажды после тщательных раздумий и проверки многократной, что действительно прекрасен этот мир. И все происходит по красоте, торчится и стыдно прятся воздух, чуть впереди крыла. Голосом говорит, что наш самолет прибыл в Москву. В Шереметьево. Нет, во Внуково. Не важно. Все, прощаемся. Еще одна самолетная песня, она мелодия известная, эстрадная, западная. Называется она «Манчестер Ливерпуль». У нас на пластинке даже написано, кто ее композитор. Я забыла слово. По. Или ли. Какое-то такое очень короткое слово. Вот. И она звучала... Она и стала у нас известна, потому что всегда звучала в конце программы «Время». В тот момент времени, когда диктор объявлял погоду в последующий день. А это было весьма важно, особенно для садоводов. Для садоводов. Коим я и являюсь. Почему это садовод? Вот и снова панкома на полосу аэродрома, и алмазинки дождя на крыльях окнуты дрожат. Ах, как это грустно все, как это все давно знакомо. Не умею, несомненно, сделаю счастливым.
вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, он было согрешение, но будет время, да во всем забыть. Вставайте, ждет ваше решение, быть или не быть, любить или не любить. Игра встает, ладонью бьет будильник, берет гордель, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима, он видит город, вспомнит вечер давешний, где вот что я, кто доставал питье. На перекрестке встретит он товарища, на остановке подождет ее. Она придет и глянет мимоходом, что было ночью, будто трепетала. Привет, привет, хорошая погода, тебе в метро, а мне на трамвай. И продают у перекрестка сливы, и обтекают постовых на ног. Шагает граф, он очень счастлив, и он не хочет, чтоб наоборот. Сказал женщине, не имеющей прописки на его жилплощади: дорогая, нам лучше выйти порознь. Она ему ответила: мой друг, я люблю, когда утром играет тихая музыка. А он ей сказал: иначе нас могут увидеть соседи. Наивны наши тайны, секретики старые, когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станции с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один поэт, уж полночь близится, а станции все нет. Целый день я нарисовал вот отталкивающей краской лозунг: спорт — это здоровье. Хотя она сама при спортивных занятий увлекалась лишь за кручиванием бегудей. А он целый день доставал запчасти и даже водил кого-то в кафе. Вечеру достал два рыбных заказа, который сменял на два билета на таганку. Наивны наши тайны, секретики старые, когда ж мы кончим брать на самом деле? Где ж станции с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал другой поэт, уж сорок близится счастье. После программы «Время», когда бюро прогнозов наобещало нам солнце, а в окно было видно, как собираются дожди, она ему сказала: «Милый мой, у меня есть замечательное предложение. А давай мы с тобой поженимся». А он ей сказал: созвонимся. Наивны наши тайны, секретики старые, когда ж мы кончим брать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один предмет, уж рельсы кончились, вы теперь к разлукам привыкаете, к бедам студии.
телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте отыщите порт Владивосток. Там стоит берег с кормой, море отправляется сюда. Тихо там восходит надо мной. Песня наши, длинной, длинной, серой нитью.
Ой, дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья. А играть это так, в любом случае.